Доброе утро, помощь. Сейчас затискаем Пуму. Пойдем тискать рыси. Теперь могу всех тискать в неограниченном количестве. Тест отрицательный, все хорошо, да? Малыш, да. Очень сладкий. Ой, да, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я возьму штатив. Пойду, наконец, попробую с ним потискать рыси. В прошлый раз, правда, телефон мы чуть не утопили. Но ничего страшного. В этот раз, надеюсь, все будет. Я предусмотрю этот вариант. Потому что одной рукой не получается снять никогда. Приходится за ним следить. Идите тискать со морды. Морды такие, морды. Ну нет, и с телефоном тискать. Давай, морды. Один раночек, давай. Ты тоже мор. Будешь еще прыгать? Давай, я специально одела так куртку, что можно, которую и так вы уже порвали. А? Они, иди сюда. Иди. Я так одела, что можно прыгнуть. О, надо изучить. Надо изучить. Ой, ты моя красота. Ты моя красота такая неземная. Ты моя красота. Телефон надо изучить. Только не ставлю. Нет. Штатив изучают. Ой, ну штатив, конечно. Я зашла, сейчас на самом деле пригоню, да убираюсь ну чуть-чуть. Придется мне штатив помыть, да? Все? Завалили уже дальше неинтересно? Мохнатая жопка. Я надеюсь, зима будет хорошая, потому что вон рыськи уже прям мохнатенькие. Прям мохнатенькие такие жопки. Все, я могу дальше штатив использовать или как? Или вы мне не дадите сейчас его поставить? Жопа рысиная. И ты, да, и ты, конечно. И ты. Да. Опа, девочки. Ну чего, вы здесь или в соседней? Ой, ну конечно, обувь. О, пободать ноги святое. О. Сапоги. Ну и штатив, конечно, штатив. Ой, ну рюмка! Это мой штатив, не твой. Это мой штатив. Очень хорошие такие. Мася. Да. Мохнатые жопки. И вот мохнатая. Ты мохнатушка. И ты мохнатушка. Опа. Смотришь, как на меня запрыгнуть? Давай только не с высока, ты просто тяжелая, мне больновато будет такой вес. У Маши. Помните меня, да? Анита? А, ну ты какое-то игривое прям настроение такое, смотрю, да? У тебя не такое? А Хана прям смотрит как бы так повыше, чтобы прям так повыше, с более высока на меня прыгнуть. Ну что, придумала план действия? То да, они, конечно, немножко еще нервничают, то что опять здесь какие-то работы ведутся. Прогулочку им делаем. Сегодня должен приехать Гитер. Опа. Ну, я девочка. Ну, да, давай не свысока. Давай просто я сяду, и ты прыгаешь. Как в старые добрые времена. Давай, я сажусь, прыгай. Так прыгать неинтересно, когда тебе подставляют спину, а? Так неинтересно. Свысока надо. Морда рысячья. Понятно.
помыть, чтобы потом кусь сделать? Я знаю тебя. Ой, я знаю твои куси. Ой, знаю, знаю, знаю. В общем, оставила я штатив Симба. Пусть до завтра побудет у них. Завтра придумаю, что они вообще не будут на него внимания обращать. Посмотрим, попробуем так. А то они прям вообще на него очень внимание обращают. Мне неудобно так. Симба. Надо Мартину показать. Я вот думаю, может быть, устроить видеоэкскурсию. Для новеньких-то много, наверное. Кто откуда эти кошки, откуда взялись, то... Многие даже не понимают, что за кошки есть, откуда, чего вообще, как. Мне кажется, нужно как-то, как вы думаете, в одно видео все это заснять, хотя бы по диким и домашним кошкам. Не всех прям животных, хотя бы дикие домашние кошки. Рассказать, откуда они, чего, зачем. Как любят спрашивать, зачем, хотя я сама не знаю, зачем. Если бы я знала ответ на этот вопрос, просто нравится. Я тут не буду из себя строить спасательницу и так далее, что там спасла от шубы и все такое. Просто... Давай, ты теперь. Мальчик мой, да, мальчик мой, чё, дай нос, дай нос, дай нос, дай нос, ну дай нос. Он говорит, ага, изменяла мне с рысями. Господи, ты полетел. Кот, ты чего? Вот хотела сегодня, на самом деле, еще показать Руфи. Я его 2 дня уже не выпускала, потому что 2 дня идет стройка переделки. И я сегодня зашла, конечно, в шоке от того, что еще одна переделка и разобран весь потолок. Мне прям капец как обидно. Собаки-бесяки. А вот уже появилась калиточка. Это первая калитка. То здесь будет двойная... Нет, не трогать. Здесь будет двойная, ну, то есть первая калитка, соответственно, к пуме, что в зоне безопасности осталась. Вторая уже туда, где будет прогулка. И сверху будет натянута еще сетка. Ну, все проверить надо, все проверить надо. Сетку еще старую не сняли, там столбы еще не спилили, но уже сделали заготовки под новые столбы. Собственно, с той стороны тоже сделали заготовки под новые столбы. С колодцем там разбирается, полетел насос. Хотя колодец еще даже в первый раз запускался, в общем. Помский, побегать захотел? Так, пойдемте погуляем, собаки. Луна немножко и Руфи возмущены наличием собак здесь. Лулуша, Лулуша, ты красотка невероятная, научилась котоходом пользоваться. Представляете, какая магия? Лулу и котоходом пользуется. Вообще. Сейчас я Лу передвину в соседнюю комнату, Руфи в эту, чтобы они могли сделать у Руфи котоход, и Руфи его будут проверять. Потому что, ну, Руфи напористее, чем Луна. Я посмотрю, насколько удерживает систему. Лулуша, ты да красоточка такая невероятная. Мармань, идите сюда. Соседний хочу. Опа. Посмотри, тут открыто, Лулу. Опа, она говорит, оп. Во, видишь? Молодец. Опа, она собак. Так, а я тебя пока здесь перекрою. Так, сейчас Руфи будет знакомиться с запахом Луны еще как никогда близко. А у Руфи мы поставим дверь и будем проверять, я зайду и буду просить его выйти, с его напором сможет он это сделать или нет. Точнее, зайти в ту комнату. Руфи, давай сюда переходи, смотри, что здесь появилось. Маленький мой, ты мой сладкий жопик, да, жопку подставляет, давай, да. Нет, ты пропустил немножко. Руфи, пройдись еще раз, смотри, какая... Да подожди, вот, да, почти, ты не видишь? Руфи. Пройди. Собаки всех возбудили, как всегда. О, Лулушечка траву кушает. Ну что, летом у них будет здесь трава, я им газон постелю. В этом месяце у меня в планах, если все нормально с забором пойдет, и мне понравится, как человек все сделает, ну, вообще, ну, как он будет работать, то этот же человек будет делать оснащение вольеров. В том числе положит камень уже вниз и сделает полки. Вот, красотка такая невероятная. Травку кушает. Вот, и будет здесь у всех газончик. Я вот думаю, на самом деле, селить рулон на газон, это как бы сразу быстрый результат. Или
не рулонные, а посеять. В посевке есть свои плюсы, потому что я хотела замешать в траву какой-нибудь цветочек, там, клевер, или чтобы красивенько было еще у них. Ну, это, собственно, будем ближе к делу думать. Красавица. Красавица такая кушает. Еще не сообразил. Руф, иди сюда, смотри. Я жду, пока он сообразит. Ну что, сообразишь, может, как пройти-то? Смотри, я тут. Да вот же проход. Вот же. Как можно так не видеть? Здесь можно пройти, Руфус. Руфи. Да что-то... Он реально не понимает, что можно пройти. Руфус. Руфус Кукус. Руфи, смотри. Здесь можно пройти. Да. Представляешь? Сообразил. Так удобнее на собак охотиться? Определенно, да? Такой снежный, смотрите, какой красивый. Ты видишь, что я тут сижу? Ты видишь, что я тут сижу? Ну, собаки настолько его увлекли, что он даже не понимает, что он попал вообще в другие запахи. Ну, сейчас он соображает уже, что луной пахнет. Потащить камни. Так, ладно, мне нужно перекрыть это. Так, все, да, изучай тут. Да, изучай. Луночка твоя любимая, да. Игрушечки. Ой, Руфус. Так прикольно, конечно, он подтупливал. Настолько привык, что там закрыто, что даже при открытой двери не понимал, что... Сейчас посмотрит, что там. Там столько запахов, Руфус. Вот тебе развлекуха сегодня. Ты не понимаешь, как попасть? Такой же котоход, как у тебя. Все, пойду с той стороны, как расскажу ребятам, что можно, и посмотрю, как там Руфус будет. Не, Руфус там еще не заходил, значит. У меня здесь вон полная вообще разруха, дофига мужиков, которых Руфус как бы не очень любит. Но, в принципе, посторонних не очень любит. Поэтому здесь открыть не могу, чтобы никому он не навредил. Ну все, он решил проверить прям на прочность вольер своей дамы. А дама уже даже зашла в комнату. Тоже решила проверить. Раньше не умела заходить, поэтому, когда я, если я открывала эту прогулку... Ой, ты мой сладкий! Да! Мужик какой-то прошел, да, надо поругаться. Вот она в комнату не заходила, потому что не умела пользоваться катаходом в ту. Чего, сладкий? Спускайся давай! Ух ты, нифига себе, как ты бегаешь. Нет, а все-таки я вам полочки сделаю, хотя, я смотрю, ты и так справляешься. Неплохо. Зефирушка, давай объясним, как работать надо. Вот вон что, расхалатные какие. Зефирушка, ты уж извини, пришлось тебе здесь подержать чуть-чуть. Делаю, ребята, проверяй давай. Здесь дома опять погром, вообще нереальный. Пока нет опять. Я там у тебя прям все отмыла, зайка. Ну, погуляй, погуляй. Я у нее зато сейчас все прям отмыла, наконец, с тряпкой. С тазиком она играется. Я уже это поняла. Зефиршка! А, воды все меньше становится, и сегодня игрушки были разбросаны. Зефиршка! Тронула енота. Вот, воды меньше стало. Правда, мне сейчас особо нет воды, чтобы ей дополнить таз. Но игрушки сегодня валялись посреди комнаты. Зефирушка, видишь, что натворили, да? Опять бардак здесь. Полностью перебрали еще воду. Но это другие люди уже делали. И я гоню енота. Зефирушка. Енот! Ну-ка, что тут за енот у меня бегает, а?
типа ласкун, что ли? Зефирушка. Мне тоже не нравится этот бардак, но завтра я должна доделать все. Зефирушка. Ты что там разбираешь? Подожди, там только сделали все. Ты куда там разбираешь? Проходите, мадам. Проходите. Зефирушка. Ты сладенькая моя такая. Ой, да. Ой, да, красотка. Зашла опять к себе. Видишь? Зефир. Ты сладкий енот. Давай иди. Уже ночь на дворе. Ночь уже на дворе, Зефирушка. Там тебе еды положила. Все вымыла. У тебя чистейший теперь туалет, чистейший пол. Все вымыла. Правда. Иди проверяй. Зефирушка. Завтра уже говорят, не будет такого бардака. Но правда думаю тоже только к вечеру. Правда, вечером я еще не успею убраться, наверное. Ну ничего, выйдешь, поможешь мне, да? Все, давай, иди. Кстати, вот загадка, как загонять енот. На самом деле, достаточно просто за ней идти. Ну, честно, она как бы хочет очень гулять, пока она нагулялась. Просто можно, ну, не знаю, взять, например, метелку, не бить ничего, просто за ней идти, и она как бы будет уже двигаться. Сейчас она хочет гулять конкретно. И я в прошлый раз просто пошла за ней. У меня даже в руках ничего не было, и она зашла к себе. Сейчас она понимает, что я хочу, чтобы она зашла к себе. Ты что там задумала? Ты задумала написать на моей тапке? Ты чего? У Руфи все там занято, да? Зефир. Время 11 час. Спать охота, правда. Очень. Ну, давай я посижу, погуляю еще минут 10. Ох. Потом пойдем, хорошо?